Всех приветствую на канале Фольерестика СССР. Был сегодня на барахолочке и покажу вам мои покупочки. Начнем с такой медальки Молотовой. 50 лет атомной энергетики. За 100 гривен взял. Монета НБУ 2 гривны 2018 года. За 70 гривен. Также рубли. Такой за 5. Тоже за 5. Такие 5 рублей 1990 года. Большой дворец. Петров дворец. За 50 гривен такую монетку взял. Такая сегодня попалась монета. Жаль, конечно, что с дырочкой. Место героя Одесса. Ну, взял тоже за 50 гривен. В хорошем состоянии. 280 гривен, по-моему, в каталоге сейчас цена. Ну, я взял за 50 гривен чисто. У меня нету такой, хай будет. Колодка. Кто знает, на какую медаль, пишите. За 10 гривен взял. И такие значочки по 5 гривен за штучку. Классно, что ты. Ромбики ученические. Такие вот покупочки у меня были. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал.